Всем привет, с вами интернет-магазин Stalker Shop. Сейчас мы рассмотрим штаны, изготовленные под нашим лейблом, специально для нашего интернет-магазина. Называются они SFU, то есть Special Force Uniform. Являются копией одноименных штанов от фирмы Helicon Tex. И сейчас мы сравним наши штаны с штанами фирмы Helicon. Ну, как вы могли уже заметить, есть они в трех расцветках. Это койот, олива и трифарбон дезерт, то есть трехцветный пустынный камуфляж. А начнем мы рассматривать койот. Слева от меня Helicon, справа сталкер. Сразу видно небольшое отличие по цвету, хотя и тот, и другой цвет называется койот. Сталкер немного бледнее. Сразу начнем с задних карманов, потому что здесь они очень хорошо видны. На модели Helicon они закрываются при помощи липучки велкро и размером где-то с ладонь. На штанах Stalker они представлены в виде загиба, то есть такой своеобразный клапан. И карман чуть глубже. Вот мы можем видеть эти карманы на штанах Helicon. Сзади усиливающая вставка. Такая же усиливающая вставка есть и на штанах Stalker. И непосредственно сами карманы. На штанах от фирмы Helicon Tex на передней части два вкладных кармана, шлевки на поясе сделаны под широкий ремень длиной 7 см. Пояс дополнительно можно утянуть при помощи стропы с железным карабином. Штаны от сталкера, у них такие же большие вкладные карманы, даже немногим больше, чем у Helicon. Те же шлевки под широкий ремень, которые тоже 7 см. И пояс утягивается при помощи липучки Velcro. На штанинах есть накладные карманы. У другой модели они фиксируются при помощи липучки Velcro. И дополнительный кармашек сверху. У Helicon он сделан открытый, у Stalker он чуть шире и сделан с перегибом для того, чтобы не потерять какие-нибудь вещи, которые у вас будут в нем храниться. На правой штанине обеих штанов, чуть ниже большого накладного кармана, есть дополнительный маленький карман. У Helicon, ну как и у Stalker, они крепятся при помощи велкро, закрываются только на штанах Helicon, есть дополнительная резинка, как стропа Молли, и кармашек для того, чтобы, наверное, можно было что-нибудь сюда убрать. У Stalker таких приспособлений нету. На коленях обе модели имеют усиление, выполненные в виде полусвоеобразного кармана с липучкой Velcro, в который можно убрать, например, какую-то усиливающую пластинку, либо защитный наколенник. Снизу штаны утягиваются при помощи шнурков, для того, чтобы можно было, например, подвязать и заправить их в берцы. На одной и на второй модели. На тех и других штанах ширинка на пуговицах. Есть клапана для пуговиц, причем у Helicon есть разделение под каждую отдельную пуговицу. На штанах Stalker такого разделения нет, но есть большой сплошной клапан. Теперь пройдемся по качеству изделия. Маленькие косячки, которые есть на одной и на другой модели. Как можно видеть, это ширинка на штанах от Helicon Tex. Можно видеть, швы сделаны на скорую руку, то есть сразу видно массовое производство. На штанах от фирмы Stalker таких косяков нет. Швы очень ровные. У штанов Helicon Tex видно, что клапан на больших накладных карманах на штанинах тоже обработан на скорую руку, не очень ровные уголки. На штанах от фирмы Stalker все гораздо лучше, то есть видно красивый угол и ровный шов. И те и другие штаны имеют европейские размеры, то есть S, M, L, XL. Но как и у Helicon Tex, у Stalker есть еще подразделение по длине, это Regular и Long. Вот мы одели наши штаны от фирмы Helicon, можно видеть большие боковые накладные карманы, то есть маленький карман. Снизу
два боковых кармана, вкладные и задние карманы. Сидят очень удобно. Вот мы одели штаны от фирмы Stalker. Как можно видеть, они отлично сидят, удобно регулируются. Подведем итог. Как можно было судить, штаны от фирмы Stalker практически ничем не уступают штанам от фирмы Gilicon Tex. И при этом они стоят немного дешевле. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До свидания.